3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. К нам поступил вопрос от нашего телезрителя. Мы с женой расторгли брак. Жена осталась проживать в квартире, подаренной мне моими родителями. Могу ли я выселить бывшую супругу из квартиры? На эту тему будем говорить с экспертом программы, адвокатом специализированной юридической консультации города Гомеля Натальей Лекчилкиной. Наталья Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Из содержания вопроса можно сделать вывод, что квартира, которая принадлежит телезрителю, действительно принадлежит ему и находится в праве общей собственности с супругой. Что здесь можно порекомендовать? Статьей 95 Жилищного кодекса Республики Беларусь предусмотрено, что бывшие члены семьи собственника, не имеющие доли в праве общей собственности на данное жилое помещение, могут быть выселены из этого жилого помещения по требованию собственника без предоставления ему другого жилого помещения. Следует учитывать, что эта норма будет применяться, если иных условий не установлено брачным договором между супругами, либо письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением. Вместе с тем, на практике часто возникают случаи, когда анализ данной ситуации необходим более тщательный и исследовать более подробно данный вопрос, поскольку на возможность выселения супруги, в данном случае бывшей супруги, могут повлиять такие факторы, как наличие совместных несовершеннолетних детей, проживающих в данном жилом помещении, условия договора дарения жилого помещения и ряд других факторов, которые необходимо выяснить и принимать во внимание при подаче таких заявлений исковых в суд. А в случае же, если бывшая супруга отказывается освободить жилое помещение, то собственнику следует обращаться в суд с исковым заявлением о выселении или уже более детально рассматривать данную ситуацию с адвокатом. Спасибо, Наталья Владимировна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.